Приветствую вас на канале Hard Reset Info. В этом видео вы узнаете, как установить Twitter на Android. Для начала откройте приложение Play Market. В поисковой строке вбейте Twitter. А затем рядом с иконкой Twitter «Установить». После этого пойдет загрузка. Подождите какое-то время. Таким образом, вы установили Twitter. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.